Всем привет, чувачки, с вами Мелскал, и со мной сегодня Полина. Всем привет. И сегодня у нас Among Us, но мы будем играть в режим, где каждый будет импостером. То есть это будет Бравл Старс в мире Among Us. Получается, все могут друг друга убивать, и последний, кто выживет, тот выиграл. Это будет безумно круто, так что ставьте обязательно пальчики вверх, а мы погнали. Я создал танку, залетай. Да! Повезло. Так как мы сегодня все убийцы, я предлагаю одеться как убийца. Я согласен, 100% так нужно. Я убийца! Всех убью! Я оделась! Мафиозник. Да я киллер, убийца. Я предлагаю начинать, сейчас будет очень сложно. Сейчас мы будем каждого просто убивать. Так, у меня есть сразу же тактика, как просто побеждать из раза в раз. Ну-ка расскажи. А тебе все расскажи, а ты попробуй сама запереть вообще как это. Я думаю, я сейчас буду просто не успевать нажимать на кнопочку, и меня будет убивать первой. Короче, есть пару минусов с этим всем режимом. Сейчас сначала первый будет киллы, первый киллы. Убил, сейчас меня убьют. Короче, у меня вот сейчас будет килл возобновляться еще 10 секунд, и получается, мне вот вперед могут кто-то убить, может кто-то убить. Я подожду, пока все друг друга перебьют, и убью последнего. Я уже труп вижу, вот. Так. Сейчас меня могут убить, да? Нет, четыре убитых. Фак, за мной бегут, я уверен, что хотят меня убить. Твою мать, отстань, комарик, оба! Ёсик-пусик, отстань. Ты жива еще? А, 3 из 10, это в плане осталось 3 из 10 всего? Да, там показывают, короче, 3 человека. Ты жива еще? Вот, да. Капец, мы с тобой сейчас в финале будем. Вот это я, конечно, хитрая. Мы с тобой в финале! Ну-ка, найди меня. Блин, ты где-то скрываешься, 100%. Блин, а где? В нижнем двигателе 100%. Реально, мы с тобой вдвоем остались. Блин, а где ты могла скрываться? Самый мощный и самая хитрая. Я же тебя убью. На самом деле, я сидела на одном и том же месте. Так, ты на кухне была, наверное. Кухни здесь нет, так. Ой, ну, столовая. Нет, тебя тут нет. Ты где, блин, ты чего? Ты бегаешь сейчас? Нет, я стою на месте всю игру, Антон. Не поверишь. Что, простите? Ты в медпункте, да? Да. А, прикол, пришел тебя убивать. Я не успела нажать на кнопку. Как ты нажимаешь впервые, Антон? Короче, моя тактика заключается в том, что я всегда просто нажимаю на килл. То есть я кликаю постоянно. Я тоже. А я прям, я прям... Ну, блин, мне не выиграть. Че, погнали, хочешь отыграться? Нет, не хочу. Ну, у тебя хорошая была тактика, то, что просто берешь и как бы просто ждешь медпункте. Да, но очень грустно и скучно, и одинокая. Сейчас я опять всех убью. Они все такие ложки, а мы без башки играем в кошки-мышки. Блин, ну просто все тупят на самом деле. Но... Ой, прости, пожалуйста, Полин. Да опять меня убили! Это ты был? Да, либо ты, либо меня. Я как бы выбрал тебя. Это будет у меня мучать. Опа, еще одного тут убил. Я сейчас всех перебью. Антон, тут синий стоит в медпункте. Спустись вниз, куда ты бегаешь. Да, сейчас. Я просто хожу. Он один стоит просто так. Да я понимаю. А, даже так неплохо. Ой-ой-ой-ой, ЖТП за мной бежит. Нет, я тебе не отдам. Я Эль Прима. Ой. Юзик-пузик убил. Ну ладно, я его убил. Ты опять выиграл? Если бы тут были кубки, я бы просто все кубки забирал бы себе. Блин, жалко, что игр, где можно играть вместе, так мало. Неправда. Есть одна очень крутая игра, которая называется Mobile Legends Bang Bang. Она, короче, в режиме мова. Это значит, что вы можете играть вместе со своими друзьями и даже находиться вместе в одной команде. Поля. Шо? Скачивай ее. Качаю. Мы сейчас с тобой будем играть в классический режим, то есть мы будем драться 5 на 5. Смотри, какой кот справа. Это чья-то аватарка, да? Выбирай разных персонажей. Смотри, в этой игре очень много персонажей разных. У них у всех разные суперспособности. Офигеть, какие красавчики, смотри. Я хочу вот этого вот. Он огненного типа. У нас персонажи делятся на несколько классов. Маги, стрелки, ассасины, воины, саппорты и танки. Мы должны с тобой сейчас пойти уничтожать их башни. Сносим башни всем! Возьми, у себя прокачай, там плюсики показывают. Там, вот мне, допустим, ШК, урон, вот это вот атаки. А, я вижу тебя, помогай мне, сдалека стреляй, у тебя тоже сдалека можно нападать. Неплохие атаки. А вот ты в кустах прячешься. Реально в кустах тебя не видно. Иу. Ты что наделала? Средний матч длится около 15 минут. Ну чё, Полина, как тебе? Слушай, ну прикольно. Графика топ просто. Мне персонажи так понравились, они такие красивые. По-моему, это было круто. Ребят, играйте тоже в Mobile Legends Bang Bang с друзьями. Да. Тем более, таким образом намного легче прокачиваться, усовершенствоваться. И также это интереснее и веселей, ну как минимум. Ссылка на игру есть в описании. А еще там есть персонажи.
персональный промокод, с помощью которого вы можете получить разные крутые бонусы. А, и 15 мая будет праздноваться ежегодное событие, на празднование которого соберутся игроки со всего мира. В честь этого даже будет проводиться праздничный стрим. Так что ссылочка на игру в описании, играйте, веселитесь тоже с друзьями. Так, ладно, следующая катка. Я буду Леончиком, называйте меня Леон. Потому что я самый красивый, потому что я самый крутой. Я Леон! Не попадайся мне под горячую руку, Полиночка. Я сделаю тебе... Ой, я тебя вижу. Я делаю вдох, так, пахни Дион. Убили! Первое убийство, я первый раз убила человека, неужели? Да, меня первый раз убили. Черт, трындец, я просто кого-то убил. Хочу убить еще. Капец, ты убийца, она была убийцей. Давай, я хочу, чтобы ты выиграла. Сколько у вас там осталось? Не надо мне поддаваться, Антон. Да я уже умер. У нас три осталось. Я умер. Ты умер? Да, я, короче, убил чувака, меня убил там рядом соседний. Ой. Да блин! Капец, я думал, ты уже убил, это я такой обрадовался. Это реально рандом, это рандом. Я нажимаю постоянно вот так, да. Ну, короче, не, просто нужно... Надо, чтобы у тебя мышка постоянно прям клак. И тогда только возможно выиграть. Ты как бы вообще-то? Осталось у нас два человека. Два человека осталось. Они найдут друг друга. О, нашли! Зеленый выиграл, он меня убил. Ну, хорошо играет, хорошо. Макс Плеер Кек. Это какой-то там этот кактус вот этот вот. А я... Леончик. Так что ставьте лайки обязательно за Леончика. Так, я создаю новую катку. Я захожу в новую катку. Тут дед взял, стырил скин Лекс Лима. Ты чё вообще, дед, ты чё? Таблетками закиньте, дед. Верни коричневый. Чё я красный, как помидор? Чё, ты будешь красным? Да. Я импостер. Я тоже. Ура, мы импостеры, ура. Ой, блин, мы вдвоем импостер? Капец, повезло нам, повезло. А, блин, нет! Ты меня не убила, фух. Куда ты убежал? Я мне так страшно стало, на самом деле. Тут уже два трупа, капец. Ты жива? Да меня опять убили, я сколько не нажимаю, меня всегда убивают. Что за несправедливость? Это нечестно. А, ставлю $20, то, что я выиграю. Ставлю минус $20, то, что ты проиграешь. Это как? Это типа мы оба в плюсе? Да. Так, 4 человека осталось. 4 человека. Где они все? По-любому кто-то где-то скрывается, просто они не бегают, они скрываются. Ну как тебе сказать? А, вот красный бегает, это ты? Это я, да. О, это красный бегает. А все другие где-то скрываются, да? Ну я смотрю, никого не вижу. О, я нашел. А, убил нереалку. Вот, здесь они в охране, и дед с комариком бегают. Они не убивают. А что они? Они не убивают. Они затимились? Ля, они крысы, они специально так сделали. А тебя убили? Да, дед выиграл, потому что они затимились. Я ненавижу тимы. Бравл Старс! Крысы. Вы крысы. Нельзя тимиться. Можно. Нет, они затимились и сразу... Против ну, а как тебя. По-другому? А если бы против так тебя так можно. Сделали? Я расплакалась бы, наверное. Я тоже. Я убила бы, но меня сразу убили. Антон, это игра меня в это вкидывает в депрессию. Я делаю вкид, так пахнет Диор. Сколько осталось человек? 3 человека. Че так быстро мы играем? А потому что это такой режим батл рояль. Быстро. Папа и все умерли. А где еще люди? Это голодные игры. Ну так-то да. Это голодные игры. Это похоже на голодные игры, но нет, это Бравл Старс. Комарик бегает, комарик. Я ему сейчас жужжала, так как оторву. Я, короче, остался один и убил его! Поздравляю! Пососи, комарик, пососи! Вот это было неожиданно! Вообще, как неожиданно! Научитесь играть, цепляки! Пососи, комарик, убиваем его первого. Да! Все, видишь, против тебя! А чего сразу против меня? Я просто очень хорошо играю. У меня 10 тысяч кубков вообще, да. Короче, блин, нажимай очень часто на килл. Да я так и нажимаю, и дальше пытайся поворачиваться. Не учи меня, я так и делаю. Надо комарика первым убить. Первым убить нереалку! Убил! Фу, боже ты мой, как я капец, кликаю. Отлично. Главное, комарика убей. Он стоял на месте. Комарик почему-то против меня, убивай его нафиг. Это 3-4-2. Да, я понял, кулдаун. Я вижу там твой труп. Да, блин, капец. Ага, так. Аба! Убил, возможно, это была ловушка, чтобы меня там подловить. Но нет, меня не убили. Так, а сколько нас осталось? Я надеюсь, там... Ага, нас трое. Скорее всего, там против меня Тима. 100%, потому что они не хотят дать мне победу. Мурмяу спрятался фиолетовый в связи. Ставьте лайки, ребята, ставьте лайки, потому что благодаря этому я выигрываю. Мурмяу, капец тебе! Ха-ха-ха-ха-ха. Так, самое главное сейчас как бы найти, откуда прибегут. Желтый в управлении, вот вверху. А что ты мне подсказываешь? Чтобы ты выиграл. О, нет!
Они лохи просто. Вы что такие лохи вообще? Играть научитесь. Действительно. Лохи. Как? Да ну! Я им просто пришел, лохи написал и ушел. Короче, они сейчас будут все против меня, потому что я их прям выношу жестко. Они пишут, да как? Да вы просто нажимайте быстрее на килл и все. Да я просто постоянно тыкаю. Я нажимаю, у меня уже дальше? Мышка тут стирается. Нажимаю. А дальше, смотри, дальше просто уворачиваешься. Ой-ой-ой, так, сейчас меня убьют. Я убила деда! Я убила деда! Зачем? Зачем? Ой-ой-ой. Блин, нереалка убила меня! Иди убивай нереалку там в столовой. Я убила нереалку! Молодец, давай-давай-давай, ты должна выиграть, потому что меня убили. Блин, осталось давай. Четверо человек, капец, трындец. Блин, Мурмяу там, Мурмяу за углом там находится Мурмяу. Да где, говори, в навигации, за углом? В навигации, назад, в навигации. Красавелла, красавелла. Один на один. Надо Полина, пальчики за тебя, лайки. Ставим лайки, пишем комментарии. Полина лучше всех, Полина лучше всех. Хэштег Полина лучше. Порвем их всех. Я вам просто похлоп. Короче, Полина, поздравляю вас с победой. Это была лучшая победа, которая только могла быть. Вообще очень круто, лайк. Это было очень круто. Всех убила, всех расчленила. Я импостер. Ура! Мы опять импостеры. Кто-то нам сегодня прет. Можно ролик назвать Among Us, но я всегда импостер. Ликбэт. Ой, привет, Полина, не убивай. Меня там вверху кто-то стоит. Аба! Я убил зеленого. Нет! Да! Да, ты смело, тебя сейчас убьют, да? Да, да, да. Я убила тебя! За тобой бегут, все. За тобой уже вышли, Полина, за тобой вышли. Я тоже уже. Трындецы. Взяла меня, убила, ты крыса. Кто, если не я? Ну да, 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 да. Вас осталось четверо, то есть на самом деле нормально. Их было четверо, четыре пацана. Одна из них была девочка. Да, нас осталось трое. Так, ну я знаю, они на самом деле что-то скрываются все. Что-то они крысы такие по кустам разошлись и все. Разве это Бравл Старс? Ой-ой-ой. Да! Красава. А тот чувак? Тот чувак сидит до сих пор? У меня клоун даун. Он вышел. Клоун даун. Хорошо, у тебя клоун даун. Он вышел. Его там нет. Он где-то ходит за тобой. Ищет. Я не знаю, я его не вижу, если честно. Вена пробежал по столовой. Вот. Бежит. Меня убили! Убил тебя, трындец! Он отсиделся. Киллера! Он отсиделся и в конце тебя убил, трындец. Это моя тактика была, моя. Ну это, по-моему, это было как-то нечестно. Я всех поубивала, он давай, меня слушай, взял и замочил. Давай тоже отсидимся. Давай. Мне кажется, так, сейчас надо сначала найти. Ага, я поеду вокер, нормально. Так, хорошо. А где сидеть? Надо в медпункте, наверное, сидеть, да? Да, я в медпункт, кстати, ушел. Прости, если я тебя там убью. В связи заныкайся. Это был с тобой. Блин! Мы с тобой в тиме. Давай, хорошо, если меня кто-то убьет, и ты его добьешь. Да, да, или наоборот. 9 человек живо. 8. 7. 7. Капец, отсчет пошел. Живем. Прикинь, мы вдвоем останемся, кто кого. Нас тут двое, мне кажется, там пятеро в тиму, чтобы меня убить, потому что 6! Они не видят трупа. 6. Хорошо, уже неплохо. Я буду тут мимо коридора просто стоять и убивать, если что. 5. Если тут кто-то пройдет, я его убью. 4. Ой-ой-ой. Хорошо сидим. И пусть удача всегда будет с вами. Ту-ту-ту-ту. Никого нет. Просто вы все сидите? А прикинь, все отсиживаются? Да не, они рано или поздно выйдут. Мне кажется, отсиживаются, потому что я сейчас вижу 4 на 10. Я тоже. Ага, ясно. Так, минус юзик-пузик. Он отсиживался. Осталось 3. Это мы с тобой, кто-то еще один. Надо его убить. Так, я ищу его, если что. Мне кажется, он тоже отсиживается, потому что я его не видел ни разу. Он где-то отсиживается. Он меня убил! Так, я знаю, где он. Это не юзик-пузик, это Макс Плеер. Я знаю, потому что юзика-пузика я убил. Он в столовой вверху. Ага. Бежал, вот. Так, один на один, вышли. Давай, один на один. Замочи его за меня. Он, наверное, может резко на меня пойти, я его убил. Да. Нужно было мне сидеть, пока ты убьешь всех. Ну а что ты такая, что ты куда вышла? Ну такая я вот. Так, я импостер, опять, капец, везет. Время отрезать. Пи-пи-пи-пи. Я буду сидеть, ты тоже будешь сидеть. Я думаю. Так, а ты где сидишь? В электре. А, я, короче, в меди буду сидеть. Ну, давай попробуем. Ну, я на самом деле и так хорошо вывожу вообще всех. Опа, зеленый тут, зелененький. Опа, минус зелененький. 5 осталось, уже 5, прикинь. Неплохо. Я сейчас всех перебью, не переживай, потом один на один останемся. А давай реально я нас один на один оставлю. Так, я знаю на самом деле, где прячутся люди. Они постоянно в одних и тех же... Тут никого нет, блин, нифига себе. Что, не прячутся, что ли? Так, убил одного. А!
Меня Мурмяу убила! Серьезно? Да, они, видимо, специально сделали ловушку. Осталось трое. Так, одного я вижу. Они были выжившие. Одного это меня? Не-не, не тебя. Какого цвета они? Ага, они оба прячутся. Короче, один в реакторе прячется за углом, а другой прячется в навигации. И что мне делать? Иди убивай, они все отсиживаются, да. В навигации, в реакторе. В нижнем? В реакторе именно, в верхнем. Ну, типа, не в двигателе, а в реакторе именно вверху. Опа. Да, убила. Давай. Другой находится в навигации. Ща, я всех убью, чек-чек. А нет, он идет через электро. Ну, типа, вот, сзади, блин, сзади. За что? Нет. Так, сейчас мы обязаны вдвоем остаться, Полина. Полин? Я тут. Меня убили. Сейчас мы останемся с тобой вдвоем, и у нас будет дуэль. Дуэт. Ну или дуэт. Короче, наша задача всех перебить. Запомнила? Да. Хорошо, а я пока отсижусь. Я убила Юзика-Пузика в медпункте. Отлично, я желтого уже убил. Все, я еще иду убивать. Они все на самом деле постоянно отсиживаются. 4 осталось. Давай, мы можем выжить. Самое главное, на глаза мне не попадайся. Хорошо, а то я убью тебя. Я оранжевая, я буду в медпункте сидеть. А, сиди. Так, я других отслеживаю. У меня есть подозрение, что, короче, опять в навигации кто-то отсиживается. Да, вот, убил. Мы с тобой! Пошли в столовку на дуэль! Не убивай только, не убивай! Давай как Пушкин и Дантес, давай! Иди сюда! Да, встань! Нас осталось двое, я боюсь! Отворачиваемся, идем до шага назад, давай! Раз, два! Блин! Да как так? Лох. Блин. Так, следующая катка. На этот раз должна быть. Собака дура, Антон, собака дура. А, я вижу, прыгает такая. Короче, я опять импостер. Ой, привет! Ой-ой-ой-ой-ой, тут сейчас сразу все разбегаются. Короче, если что, держись. Мы опять должны. Это дед. Я убила деда! Это хорошо. Или плохо, не знаю. Вы решайте сами, пишите в комментариях, но Полина лучше. Мы должны будем с тобой сейчас остаться опять в финале вдвоем, так что держись. Меня убили. Ты чё? Оп, минус желтый. О, я сделал Украину! Нет, уже в Мерло, мне кажется. Так, я пойду убью, опять тут, скорее всего, кто-то... Нет, тут даже никого за углом. Ого. Где-то отсиживается, 100%. Где же они? А, мы остались один на один, 100% в столовке. 100% в столовке. Слушай, он отсиживается или ищет меня? Я никого... А, вот, черный бежит по хранилищу, я вижу. А, все, тогда я его жду в столовке просто. Так, давай, Леончик, соберись, Леончик. Электричество бежит, а потом он, короче, бегает по кругу пока. Блин, надо было в другую сторону. Сейчас. Я его встречу. Сейчас бежит. Да, вот. Убили. Я хотела за тебя порадоваться, но... Блин, да я тоже хотел порадоваться. Я не подумал, что 100% убью. Капец. Так, надо переименоваться. Леончик. Я буду Лев. Такого персонажа нет, к сожалению. У меня Леон и Спайк. Давай прокачку сделаю. Стартуем. Полина, мы должны выжить. Мы должны остаться вдвоем. Да. Леончик, кто бы мог подумать? Леончик стал предателем. Опа. Так, у меня сейчас будет дуэль с Ванчо. Он пытался скрыться, короче. Вот они, крысы. Я убила Мурмяу. Я убил Ванчу, который хотел скрыться. Ой. Ой! Ай, мне 1 секунда оставалось, чтобы его убить. Твою мать. Ты проиграл? Да, Леончик. Ты что меня подвел, Леончик? А ты где? Ой, я вижу тебя. Я в связи. На тебя Мурмяу смотрит так, типа, ты что меня убил вообще, ты что? Я буду стоять посередине, никого не бояться. У вас осталось 5. Так, тебе сейчас зайдут. Пробежал мимо. Ты так и будешь отсиживаться, серьезно? А что, нет? Иди убей кого-то. Я буду ловушкой для мух. Иди убивать, ты должна выиграть. О, нас осталось двое, а где он? Так, я не вижу. Лучше! Виктор Рояль! В общем, ребят, спасибо большое, что смотрели этот ролик. С вами был Милскел и Вэл. И Вэл. Хэштег Полина лучше. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Полины. Всем удачи и всем пока. Пока! Пока.